В Сирии правительственные войска продолжают наступать на северном направлении. Бои идут недалеко от границы с Турцией. И в сирийском командовании заявляют, основная задача – взять эту территорию под контроль и перекрыть пути снабжения террористов и каналы по переброске новых боевиков с турецкой стороны. Как убедился наш корреспондент Антон Степаненко, в этой части Сирии, которую можно было бы называть глубоким тылом, обстановка по-прежнему горячая, и местные жители боятся возвращаться домой. Чем ближе к турецкой границе, тем безлюднее. Освобожденные от боевиков сирийские поселки стоят пустые. Казалось бы, вот, можно вернуться домой. Но чем дальше от турецкой границы, тем по-прежнему безопаснее. Нашу танковую роту перебросили с юга Сирии. Раньше границу прикрывали только погранвойска, но теперь их усилили бронетехникой. Там, на передовой, нам казалось, что здесь глубокий тыл. Но это далеко не так. Еще неделю назад рота воевала с боевиками в районе города Дера. Это к югу от Дамаска, на иорданском направлении. Сирийская армия развивает там наступление. Боевики отходят, и излишки бронетехники вместе с артиллерией Дамаск перебросил сюда. Турецкое направление теперь считается наименее предсказуемым. Дула сирийских орудий недвусмысленно повернуты на север. Уничтожая боевиков, сирийская армия участок за участком берет под свой контроль сирийско-турецкую границу. Позади меня метров 100 официальный пункт перехода, но открывать его сирийская сторона не торопится. На границе сейчас неспокойно. Постреливают. Стреляют с турецкой стороны из крупнокалиберных пулеметов неприцельно. Из артиллерии вели огонь прицельно по расположению армейских частей. Пробиваясь на восток, сирийские войска отжимают боевиков от границы, но оставить позади безопасный тыл не получается. Концентрация турецких войск в приграничье в последнее время все усиливается. Не особо скрываясь, практически на глазах у сирийских военных по ту сторону границы возводят фортификационные сооружения для тяжелой техники. Вы слышите канонаду? Это наша артиллерия поддерживает пехоту, которая ведет бои на подступах к городу Идлиб. Еще немного, и вся сирийская граница в провинции Латакия будет под нашим контролем. А там уже и Алеппо недалеко. Без снабжения с турецкой территории воевать террористам будет трудновато. Жители этих мест своими глазами видели, откуда к ним приходили боевики. Приходили с севера, в том числе и через этот самый пункт перехода. Турецкие военные просто открывали свою границу, хотя и до тех пор она была на весьма условном замке. Вы представляете весь абсурд ситуации? С одной стороны границу как бы охраняли турецкие военные, а с другой стояли боевики, которых они сами и пропустили. И при этом Турция еще заявляет, что борется с терроризмом. Название вооруженных группировок, которые пытались здесь закрепиться, и их лозунги на стенах военные закрасили. Но на сирийском КПП до сих пор висит информационный щит. «Добро пожаловать в Сирию». Боевиков-то здесь уничтожают, а для соседей с севера такой армейский юмор звучит цинично. Антон Степаненко, Артем Григорян, Первый канал. Сирийско-турецкая граница.